Большой ковш сгребает снег в кучу. Во дворах на Доронина вовсю работает механизированная техника. Дворники чистят пешеходную часть, поэтому местным жителям не приходится по колено утопать в снегу по дороге на работу или в магазин. У подъезда убирают, а так вроде все убрано пока. Если по такой снежной зиме, вроде так пока прилично. Оценим очень хорошо. Постоянно у нас трактор работает, все дорожки вычищены, аж до бровки, все подъезды прочищены. Водитель трактора Андрей Маянцев в профессии первый год. Работы много, признается новичок. На борьбу со снегом выходят по графику. Неважно, выходной или праздник. Зима так-то снежная, выходим в выходные, в праздники. Вся техника у нас готовая. Самое сложное это то, что машины везде стоят припаркованные, бывает не проехать, а если проедешь, то очень тяжело. Самые добросовестные водители легковушек из тех, кто ставит машину во дворе, чистят свое парковочное место сами, говорят работники управдома Фрунзенского района. На сегодня у них 529 дворов, 150 из них такие же крупные, как на Доронина. Основное это дворники, которые давно работают, они свою работу знают. Работа организована с помощью еще у нас, очень хорошо нам помогают представители совета домов, которые и направляют работу дворников вместе с мастерами. Также они сигнализируют, где если что-то не вовремя было убрано. И те, кто знает свою работу и относятся с душой, они работают, вот не ждут, когда снег притопчут. Они выходят сразу, если, допустим, снег пошел в 4 часа, значит, в 5 утра они выходят. И до того, как люди выходят на работу, они же убирают, чтобы не было наледи. Сейчас на борьбу со снегом в управдоме вышли более 400 человек. Им в помощь несколько десятков техники. Ольга Преснухина, Денис Лосев. День в событиях.